доброе время суток, мои дорогие. Сегодня мы для Лео купили свежее мяско. Это мясо индейки. Очень хорошее. И я ему порезала мелкими кусочками. Он с удовольствием хорошо покушал. Так что мы спокойны. А мы сегодня весь день в делах, поэтому ужин будет очень быстрый. Я сейчас вытяжку выключила, поэтому камеру держу подальше. Идет пар, но что мы готовим? Сегодня будет отварная картошка. Вкусная, мягкая, свеженькая, пушистенькая картошка. Хочу сказать, что да, действительно, я частенько пользуюсь полуфабрикатами. И когда нет времени, то это очень хорошо, это большая помощь. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но нам вкусно. Сегодня мясо, свиной стек и рыба. Она под овощами. Мы очень любим брокколи, поэтому рыба под брокколи. И я поставила мою плиту на 200, и рыбка быстро приготовится. Ну, минут 30 надо ей для этого. Зарумянится и тоже будет готово. А мясо, в принципе, можно уже доставать. Вот такой вот будет незатейливый, быстрый конфетки, конфетки, конфетки. Мейерсфрукты. Очень вкусные бельгийские конфеты. Так что можно себя иногда и побаловать. Так что съем сейчас какую-нибудь коричневую. Вот такой замечательный морской конек. Вкусняшка. А Иванушка изъявил желание, он любит рыбу вот эту в томатном соусе, ему эта консерва нравится, поэтому говорит, я с картошечкой хочу поесть эту рыбную консерву. Ну, пожалуйста, приятного аппетита. Вот я и управилась. Картошка готова, мясо готово, и так выглядит рыбка, тоже готова. Получились у нас такие порции. Картошечка с мясом, это для Володюшки, а картошка с рыбой и брокколи – это для меня. Иванушка себе сам сделает, как он хочет и с чем хочет. Те, кто садятся кушать, я желаю вам приятного аппетита, отличного вечера и настроения. Будьте здоровы, я вас обнимаю, целую. Пока. Чусь.